представляем вашему вниманию модель мужских сандалий Eco Offroad. Данная модель производится из года в год уже давно, хорошо себя зарекомендовала. Это усиленная, упрочненная модель с усиленной подошвой. Подошва с нижним слоем из износостойкой резины и с технологией рецепта. Она достаточно хорошо сгибается в месте, там где технология рецептора у нас идет. Вот. Сандали имеют стельку из микрофибры. Верх выполнен из кожи с текстильной подкладкой, для того чтобы кожа нигде не натирала. Липучки. Значит, задняя липучка полностью раскрывается, и верхняя также полностью раскрывается. Нижняя липучка у нас сшитая полностью, поэтому достаточно сильно ее отрегулировать не получится. Здесь подкладка с прорезиненной тканью, она немножко тянется, но регулировать сильно не получится ее. Вот. Но, в принципе, модель подходит на среднюю стопу, садится очень хорошо. Также у нас особенностью данной модели является то, что у нас верхняя и нижняя липучка имеет перемычки с обоих сторон. Вот. Это более прочно в данном случае удерживается стопа при ходьбе. Модель производится в Индонезии в этом году. И стелька имеет очень хорошую ортопедичность, то есть вот эти вот изгибы, и нога очень хорошо фиксируется и плотно сидит в данных моделях сандалии. Данную модель вы можете приобрести в интернет-магазине hadok.com.